Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Фантон, сегодня со мной. Да, всем привет. И Firefox. Ребят, сегодня будем вызвать зомби в заброшенном ужасном месте, ребят. Это просто жесть. Просто. Да, нет, это не наш дом, короче. Нет, Петя ходит, где снимают, типа говорят дома, это он ходит к одной тете, снимает за деньги. Нет, это не наш. Да, да. Это не наш. А это вот его дом там. На втором этаже он живет. Это не наш. Да, дом. Это шутка. Да, шутка. Для этого вам понадобится на маленьком листке. На маленьком листке. Желательно, но мы на маленьком. В общем, надо писать наверху зомби, а внизу крестик. Теперь нам надо стать около этого листка. Я давайте сюда. Давай ты тут и ты тут. Встаньте. И надо сказать шепот. Не, не надо. Надо встать именно. Надо сказать зомби восстаньте три раза шепотом. То есть сейчас я скажу зомби восстаньте. Вот так. Раз, два, три. Зомби восстаньте. Зомби восстаньте. Да блин! Конечно! Да. Давайте да. Первый фейл. Можно как-нибудь придерживать вот так вот. Первый фейл наш. Короче, давайте. Раз, два, три. Зомби восстаньте. Зомби восстаньте. Зомби восстаньте. Все. Все, придерживайте там. Да, ребята, это заброшенный детский садик. Это не детский, это центр. А, ну да. Ребят, кстати, на самом деле тут очень опасно. Говорят, тут наркоманы молятся. Дав говорил, что он с одним другом своим говорил, что он приходил сюда, на них наркоман напал. Вот, короче, мы рядом с выходом. Да, давайте тут, что ли? Не, нам надо именно этой местности быть. Мы должны в это место. Ты что, закрываешь? А лучше закрыть. Нет, иди нахуй. А можно закрыть на замочек? Не выходите, или зомби уйдет. Это я вас тобой. Тихо, что это было? Да это ты. Давайте пройдем туда. Ебать, вы что меня пугаете, нахуй? Тихо, там кто-то идет. Там никто не идет. Это мы будем. Все, мы закрываемся. Да, а через окно. Все, пока. Да хватит. Ай, вы мне дверь, ногу придавили. Пойдем. Пойдем. Это кто был? Алло, привет. Это я ничего. Вот тут. А это тебе люди. Тихо. Да хватит. Тихо. 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 Блядь, сука. Мне нужно тебя. Бля. Тихо, блин. Мы всего 3 минуты снимаем. Мы на выходе стоим. Эверхолл! Пройдемте туда. Господи, какие ужасные картины. Ребят. Что это? Фу, говно. Вот это от бочки. Это на дороге. За рубль. Ладно, давайте посмотрим, что там. Давай. Фейф. Говно. Я знаю, но ты можешь хоть за поребрик зайти, пожалуйста. Зомби не могут прийти. Вот сюда, где мы. Можешь зайти? О, блин, вот. Ебать, сука. Где листок? Вот он. А что тут такой сложный? Офигеть! Ребят, пожалуйста, Firefox, можешь сюда подойти? Ладно, пока мы выходим, мы тебя закроем. Да хватит! Короче, ребят, извините. В общем, я хочу сказать, что меня закрыли, а не чуть-чуть. Ага. И, в общем, бумажки, видите, вот тут. Блин, я не знаю, что это, блядь. Постой. Я же говорю, что это такое? Вот. Мы все время были рядом. Мы видим, не осталось. Кроме сейчас мы его закрыли. Да, Ебать там как... Да, ребят, хватит шутить. Ребят, там реально... Хватит смеяться, там реально какой... Сейчас... Ебать.
Ебать, там крик какой-то. Это ты делал. Блять! Сука, идемте за мной. Вот там из коридора темного крики идут. Мы пока... Короче, извините, ребят. Не надо шуметь, я тебя умоляю. Ага, я говорю тоже, что там какие-то были крики, а вы так спокойно реагируете. О, крики. Тихо, ты тихо, тихо, тихо. Ребят, я не знаю, вы слышали это или нет. Это дом, потому что слышно максимум. Блять. Постой. Там кто-то идет. Там кто-то идет. Сука! Там реально кто придет? Так, извини. Ребят, тут, кстати, котик живет очень хороший. Приезжайте сюда, забирайте котяру бедного. Тут живет один, это кошка. Она очень бедная. Кстати, и... Я в описании это скажу адрес, может быть. Если не скажу, значит, извините, адрес не найду. Мы ему вам скажем сейчас. Это улица, это Санкт-Петербург, Красносельский район. Улица Добровольцев. Улица Добровольцев. Да. Это, короче, рядом с полем. Тихо, не над детки. Вот с полем. Это поле, короче. Вы найдете. Это, короче, вот такая местность. Этим всем детским садом. Ребят, давайте опять туда заглянем. Пожалуйста, давайте заглянем еще раз. Там бомж какой-то ходил. Ну, пойдемте заглянем. Может, это не бомж? Может, это алкаш. Да пойдемте. Типуха еще лучше. Может, это наркоман вообще. Да пойдемте, господи. Пойдемте, все. Возьмите оружие. У меня, кстати, у меня же есть ножики, я забыл. Чего? У меня есть ножики. С собой? Да. Уа, а ты эти-то? Я убью этим. Пошли. Этим даже нормальный. Боже. Это мороз. Люди, короче. Нам тут очень страшно. На нас уже начинает что-то орать. Люди, смотри. Сейчас, на секунду я зачем. Так, люди, короче, ребят. Люди, смотрите. Фантом хотел вот этим защищаться от зомби. Этим даже нормальный урон не нанести. Хотя у него острее, а мне как говно. Это не на нас орут, кажется. Это они на себя друг друга орут. Кстати, мы эту уже кошку назвали, знаете как? Как? Зеро. Зеро, да. Зеро. Жена сатаны. Ребят, давайте пойдем туда еще раз. Я думаю, к нам пришел кто-то. А они к нам пришли. Ебать, сука. Мы будем заканчивать видео, с вами был Даф. Не, давайте еще ладно. Немного. А, давайте еще минутки две. Как вы думаете, туда можно пойти еще раз? Короче, давайте вот так. Если мы наберем около 50 лайков, мы пойдем заново туда, заберемся на второй этаж. Да, это будет и вызовем снимать... кого-то еще такого. Ребят, тогда будет снимать Даф только. Чего? Ты только будешь снимать тот ролик. Тебе Петя камеру даст. Нет. Самару Морган на втором этаже. О! Самар Морган. Ребят, набираем, короче... 50 лайков. 50 лайков. Один снимает это.
Нет. Мы вместе все собираемся. Как выходит 50 лайков? Тогда мы с кем-то я сниму. День, наверное, идем. Или, наверное, через два, или вообще первый же. И как мы, короче, свободно станем. Может быть, мы собираемся все вместе и идем вызывать духа. Какого вы напишете еще? Камера на меня, камера на меня. Идите. Плюс 18 строго. Короче. Ребят, я не знаю, давайте еще раз. Сколько будет, например, один человек, он должен в комментах написать, кого вызвать. И сколько будет согласен, ну, сколько людей будет согласны это вызвать? Того, кого вызвать еще раз? Втором, там, кого еще раз вызвать? Ну, например, смотри. Фантома? Один человек пишет, кого вызвать. И? Комета. А кто соглашается с ним? И он получает больше голосов, типа, о, давай, ну плюсик. Давайте там. Соника. Вот это. Ага, Соника. Тогда у Пити должно быть на своем телефоне его снимок. Угу. Скажет, вызовите гнома желаний. 100 плюсов. И тогда мы этого вызываем. Больше плюсов, например, вызовите Самару Мору. Если больше плюсов будет, например, на этом, если кто-то напишет, если... Пожалуйста, не пишите этого. Вот, короче, будем на второй этаж и записываем. Короче, да, стой. А если мы на следующем видео наберем... 50? Нет, наберем 100 лайков, мы пойдем на крышу. Я вам говорю, лучше набирать. Хотя не надо, не набирать. Давайте, ребят, еще раз туда пойдем. Последний раз. Египетский кот набрал 300 лайков. Да, кстати, ребят. Ребят, давайте еще раз туда просто заглянем. Еще раз туда заглянем. Я не знаю, но вряд ли, потому что... Может, отозвался или нет, но это вряд ли. Давайте тихо, а то может быть там какой-то вместо зомби наркоман, а? Тихо-тихо! Проверку на прочность, и они один раз это спасли тем, что они взяли пистолет травматический. Тихо-тихо! Ну, листок. Стой листком. Ну, помет, грязный. Сзади. Ебать, сука. Тихо, ребят. Давай, ребят, Firefox, заходим и молчим. На одну минуту. Просто не шуметь, пожалуйста. Ну, все. Только ты... Нет, ты зайди люди, с нами. Люди, короче, кто будет... Говорит, тут, нет, зайди к нам. Пердун. Раз, два, три. Извините. Это капает. Я тебе говорю, тут все мокрое. Ты можешь сюда зайти? Зайди. Если я услышу какие-то звуки, я сразу беру. Только давайте здесь... тишину полную. Тут капает. Полную тишину на счет три. Раз, два, три. Короче, наш номер, если вы хотите позвонить Даву, звоните на номер 533-191.
А, давайте в заключение зайдем оттуда последний раз. Давай спалютовый номер. Не надо. Прикиньте, что он будет названивать. А ребята, хотите позвонить Антону? Ребята, и поспрашивать его комментарии, то звоните на номер 700. Я не знаю. У меня не 700 номер. Пойдем. Короче, давайте я свой спалю. Если вы хотите узнать мой номер, чтобы вот типа такие, ну как там, у вас вообще страшно, как там фантом, что с ним, тогда то напишите об этом в описании, я вам потом скину свой номер в следующем видео. В описании? Когда буду я с вами. Короче, ребят, идемте сюда, все сюда, в заключение, мы заходим последний раз. Давай, не бойся, я за тебя держусь. Сюда зайди хотя бы, вот сюда. Так, давайте опять... Полное молчание. Раз, два. Так вот она упала. Давайте, все, последнее молчание. Давайте. Раз, два, три. Раз, два, три. Молчание. Это капает. Это капает. Там, блядь, сука, там кто-то стоит. Здравствуйте, вы кто? Я там... Кто-то стоит! Эй, вы кто? Валерий! Да ну нафиг, а! Там кто-то стоит! Ребят, там кто-то стоит! Я спрашиваю, кто? Кто вы? Он махает немного головой, блин. Может, это зомби? Откуда я знаю? Он еще, знаете, а так... А как это звать? Нельзя это звать. Если мы 3 часа сюда не будем приходить, тогда вон зомби уйдут. Смотрите, ребят. Да? Значит, именно только в этой области. Этот, значит, зомби. Я не знаю, кто этот вот в таком виде стоял. Вот так. Здрасте. Нет. Он стоял каком-то так, знаешь. Эй, да, сюда встань. Сюда можешь. Вот смотри, он стоял вот в таком виде. Повторить на камеру, вот в таком. Вот, вот в таком он виде стоял, я когда спрашивала у него вопросы, он немного так мотал головой, я не знаю. Вот такой. Нет, он просто вот так махал головой. Угу, какой типа, какой, оп. Я не знаю, ну реально, ребят, там кто-то стоял. Да, мы тебе так верим. Я, блин, не знаю. Возьмем палку в эту фигню, стукнем, чтобы... Пойдемте еще раз проверим, я не Здесь знаю. Здесь когда последний раз мы уже ходили? Ну, я, если Firefox не верит, мы можем еще раз туда сходить. Я сейчас тоже не хочу. Ну вот. Я верю, Капельку. Ребят, я короче... Я чуть-чуть увидел, но я сразу же начал. Да, я вообще около выхода стоял. Я сначала увидел, к тебе подбежал, потом сразу же сбежать. Ребят, можете для прикола написать в комментариях, если вы основатель вызов духов, тоже снимаете вызов духов с друзьями. Скажите так, если кто-то, оператор, испугался, то на вас никто не обращает внимания. То есть, ну, то есть испугался там кого-то, пофиг. Когда друзья пугаются, они такие сразу все в изумлении, и другие им не верят. Вот у нас такая же ситуация, я испугался, и все. Короче, ребят, пишите в комментариях. Пишите в комментариях, правда или ложь. Нет, ребят, попишите в комментариях, кто увидел этого человека, хоть я камеры туда. Ребят, еще пишите в комментариях, кто поверил. Да, поверил или нет? Поверил. А ты? Нет. Я ему тебе сейчас... А если... Короче... Перезаписываем, скажи да. Ты нет, не веришь? Вот, нет, ребят, короче, ребят, я, если что, мне спрашивают, почему такой, ребят, я сейчас быстро отвечу на вопрос подписчиков, просто они спрашивали, почему, вот, много спрашивали, я не знаю, это тебе вопрос, Firefox, я не знаю, будет приятно тебе его не отвечать или нет, просто подписчики, некоторые спрашивали, почему, если другому страшно, тебе как бы, не знаю, писали пофиг, а когда тебе страшно, сразу внимание привлекают. Вот тебе вопрос. А ко мне есть вопросы какие-то? Нет. Мне почти не страшно. Я вечно почти изображаю, что мне страшно. А можешь, короче, знаю. Это... Я только в первом...
двух роликов. В первом ролике, когда я с этим, с тобой снимал. Мне очень страшно было. Ну кого? Понятно. А то есть ты в Крике изображал? В Крике мне в реале страшно было. Роди был. Петя, и тогда и тебе тоже было страшно. Да, мне тогда было страшно тоже. Короче, ребят, я не знаю. Я не знаю, правда или нет. Давайте на прощание кинем сумку. Вот тебе. Все, с вами был Фантон. С вами был Фантон. Мы идем еще раз проверять, а с вами прощаемся. Да.